Многим видновчанам полюбилась надпись «Я люблю Видное». Она была установлена в сквере 50-летия нашего города напротив пожарной части. Во многом именно благодаря популярности эту конструкцию пришлось снести. Сейчас на ее месте осталось только сердце. На ней фотографировались, подчеркиваю, на ней. В связи с чем она пришла в негодность, вот, ну и восстановлению в принципе не подлежало. Приняли решение, чтобы, не дай бог, никто не поранился, ее демонтировать. Но пустовать скверу осталось недолго. Вскоре здесь установят такую же композицию, но в несколько измененном виде. Конструкция будет подсвечиваться ночью, а для ее изготовления используют более прочные антивандальные материалы. Таким образом, она будет и намного долговечнее, и заметна в любое время суток. Независимо от того, что наш город такой молодой, 50 с хвостиком, это ведь ни о чем, но все равно должны быть какие-то свои знаковые места. Вот это одно из наших знаковых мест. Я уже молчу о том, что у нас есть места, которые для наших ветеранов имеют особое значение. И считаю, что таких мест должно быть очень много, и мы должны любить город и как-то его украшать. После того, как малая архитектурная форма вернется на место, у каждого жителя появится еще одна возможность нетривиально признаться в любви к родному городу.